Украина имеет уникальный потенциал. Это река Днепр. Ее транспортный потенциал около 1000 километров. На сегодня на этой реке есть 10 речных портов, которые могут добавить потенциал в экономике Украины. Что такое 10 портов, что такое 1000 километров протяженности пути транспортного? Это река Днепр, которая течет через 8 областей Украины. В этих 8 областях Украины производится 60% ВВП Украины. На сегодня объем перевозок по реке Днепр по итогам 2015 года составляет около 5 миллионов тонн. Если в целом смотреть в структуре грузопотока в Украине, то это составляет чуть менее 1%. Если быть точным, это 0,5% всего объема грузопотока, который идет в Украине. Большую часть составляет это 74% в структуре. Это автоперевозки, остальное остается ЖД-перевозка. Мы не берем в трубопроводы и авиаперевозки в расчеты.